Всем привет, новогодний вложик команды Масарм. Всем привет. Не забывайте подписаться на наш каналчик. Там есть ссылочка, кнопочка внизу. Обязательно мы постараемся почаще выпускать видосы. Пока что сейчас за моими, получается, плечами, руками находится несколько столов. Все дело в том, что сейчас мы приехали на открытую тренировку в преддверии Нового года в Алекс Фитнес Химки. Кому? Сереге Токареву, естественно. У него тоже есть мощная команда, они тренируются в Химках. Надо сказать, что сегодня здесь будет очень плотная заруба. Несколько армфайтов с денежными призами. Турнир 5 на 5 и король стола. Во всем этом приехала участвовать команда Мусар с пустыми руками. Знаете почему? Потому что мы подогнали парням вот такой вот коверчик. Ковер, который зовет Химси Комос. Отлично. В двух словах расскажи, что сегодня будет. Просто пипец. Ну ладно, давай в трех. Окей. Будет крутой просто пипец. На самом деле, ну что, предновогодний движ. Решили собрать ребят. Хорошо, что ребята откликнулись. 5 на 5. Хотим сделать армфайт. Вон, можно обратить внимание, лежат девочки. Они настоящие. Соответственно, они как бы будут выяснять, кто из них сильнее, кто из них заберет эти деньги. Те армфайты, они... спонсируется спонсором, то есть во всех будут денежные призы. И в конце концов, после 5 на 5, хотим разыграть эту великолепную корону на короля стола. Короче, все как обычно. Главное, чтобы нам хватило времени и парням задора. Санька, а ты так что тут забыл? Да я мимо, короче, Химок ехал, думаю, да, и заеду сюда. А, и заехал в съезд. Заехал в съезд, испугал мужика, испугал людей. Почему нужно прям убиваться с самого начала? Берегите свои руки, сзади. О, какой классный тренажер. Выбираем себе команду. Поехали. Леха! А, Артем, будь добр. Welcome. Вот этого бородатого? А этого кудрявого? Кудрявый? Кудрявый. Кирюха, айда. Короче, я объясню. У нас просто Саня похож на Владоса. И я думаю о том, что если я выберу либо Сага, либо Владоса, то когда у нас будут поединки, они могут друг с дружкой меняться, никто не заметит. Нет. Ты в боевом настрой духа? Давай. Так, я говорю, Санек, нужна просто мощная бочина. Давай, залетай. В чем тебе было тяжело? А вообще, у него очень удобная рука, во-первых. А во-вторых, он просто так оттянул, что я поймал, но вот силенок не хватило. Но уже у подушки поймал, да, получается? Но уже... Когда он расслабился. А тем временем здесь... Thank you.
итог нашего выступления в пятерках. Короче, прикольно, мне очень понравилось все. Но, типа, какой-то результат подвести сложно достаточно, потому что мы продули, но продули мы бились, мы проиграли 10-5. Если бы у нас была тактика, и мы ее придерживались, мне кажется, что результат мог быть немножко другой. Но парни везде жесткие, в каждой команде. Я думаю, что если бы мы этот тур прошли, в следующем туре нам бы вообще было пипец, ну просто было бы вообще жестко. Потому что очень много этажей, и те, кто побольше, у нас самый тяжелый атлет в нашей команде, типа 85 килограмм. Там были соточники и прочее-прочее. В общем, короче, прикольно. Серега сказал, что будет король стола. Посмотрим, что там будет. А мы пока разминаемся. Они могли быть нашими. Но у нас есть только бутылки. Держи. Но Вася забился, блядь, мы проиграли. Два. Четыре. Было ради того, чтобы вот Леха конкретно залетел. Все это наша братская помощь, короче. Леха должен был залететь за стол, побороть этого чувака, на уставшего. Что сделал Леха? Я выиграл. Жесть, руки трясутся. Так и выиграл. Ну, получается так. Мы постартуем на команду Winner. Проиграл телефон Вити и Вити. Спасибо. Васе, и там проиграл типа. В целом наша команда выступила неплохо. Особенно вот этот тип. Вот это. Леха машина. Я все проиграл. Вот смотрю я, короче, на вот этих вот ребят. Мне становится немножко страшно с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что в целом, если у меня не будет вот этой вот короны. Вот это вот. То у меня будет. Как она называется? Ушанка. У меня будет ушанка. Пятерку не выиграли, и короля стола, короче, не король стола. А все потому, что в какой-то момент времени ты забываешь про результаты, начинаешь кайфовать от процесса. Не везде так важно, нужно. Некоторые могут себе это позволить. Иногда это очень вредно. Суть всего этого, всей этой истории такова, что как бы то ни было, везде во всем находите баланс. На этом наш видос закончился. Всех с наступающим Новым годом. Силы вам всем в 2023-м. И до встречи за столом для армрестлинга в нашей команде Масар. Все, всем счастливо, пока-пока.